Сегодня о роли Республиканского общественного объединения «Белая Русь» едва ли приходится говорить. Налаженный механизм работы позволяет ставить перед представителями организации сложные задачи и умело их решать. Многие из представителей «Белой Руси» являются депутатом местных советов. А это говорит о том, что организация пользуется доверием у жителей Беларуси в целом и Брестского региона в частности. Только в нашем городе более 10 депутатов – члены общественного объединения «Белая Русь». В процентном соотношении это практически четвертая часть всех народных избранников области. В нашей организации городской «Белой Руси» имеется довольно-таки значительный опыт проведения и участия в избирательных кампаниях, подготовки именно потом последующего проведения именно в день выборов. Мы принимаем участие в работе и участковых комиссий, и окружных комиссий, и городской комиссии. Уровень охвата очень высокий, и члены нашей общественной организации занимают принципиальную позицию вот при проведении выборов, особенно в составе участковых избирательной комиссии. На пленуме были рассмотрены самые различные вопросы, требующие внимания избранных депутатов и представителей организации. Актуальные темы касались сферы ЖКХ, строительства и услуг. Круг обсуждаемых вопросов во многом был сформирован, исходя из обращений граждан. Только с начала 2014 года в Белую Русь обратилось со своими проблемами порядка 40 человек. Одним из таких нюансов этого планового вопроса – это создание депутатских групп. Вы знаете, только что прошли выборы в местные органы власти. Это создание депутатских групп членов, среди членов нашей общественной организации. Это как и в областном совете, так и в городских советах, в районных советах. Но для того, чтобы нам наладить, решать более оперативно, более четко все вопросы, связанные с обращением граждан, связанные с решением тех или иных проблем, которые ощущают наши граждане. Дальнейшая судьба страны решается уже сегодня. Необходимость адекватных действий на вызовы современности требует от народа и власти поиска новых, более эффективных путей и инструментов достижения перспективных целей развития страны. Представители общественного объединения «Беларусь» отчетливо это понимают и уверенно заявляют, что организация способна на конструктивные решения.